Вы смотрите программу «Вкусный акцент". Кулинарный поединок. Для тех, кто смотрит нас впервые, несколько слов о концепции самой программы. Два участника будут состязаться между собой в приготовлении еды. Однако этот конкурс будет построен на полной импровизации. Им будут предоставлены те ингредиенты, которые есть в меню этого ресторана, но они не будут знать название блюда и тем более его рецепта. Помогут им кулинарный опыт, если таково имеется, навыки, творчество и, конечно, полная импровизация. А теперь наступает самый интересный момент. Мы представляем участников проекта «Вкусный акцент» Кулинарный поединок. С волнением души, с трепетом сердца я хочу представить нашего первого участника. О нем говорят: уникальный бренд нашего города. Я бы добавил о России. Самарский дизайнер Маша Горячего. Здравствуй! Доброе утро! <свят> наконец наконец-таки! Хочется узнать, кто будет оппонент. Очень хочется, конечно. А вот он, дорогие друзья! И мы с огромным удовольствием хотим представить следующего нашего участника электронный музыкант владелец лейба, Диджакей, Мастодон клубной индустрии Сергей Обломов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Саша. Привет, Маша. Привет. Мы встретились. Мы встретились уже неплохо. Да, как мы вначале сказали, будем готовить. Но прежде чем будем готовить, давайте познакомимся с ингредиентами, которые вы видите на своих столах. Маша, что вы видите? Я вижу перец. Уже достаточно. Что видите я вы? Я вижу рыбу красную. Тоже неплохо. Перец и рыба это лишь только малый толика того, что мы видим. Мы сейчас выберем стол. Соответственно, то, что вам достанется, либо это, либо это, из этого будем готовить. Что вы загадываете, орел? Решка, как вас... а, Я орел. Орел! Ну, соответственно, если выпадает орел, то вы выбираете стол. Ну, соответственно, решка, выбирайте вы. Пам-пам-пам-пам. Поздравляем! 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 Ну что ж, Маша, ты выиграл, выбирай стол. Супер. А, я тогда, как нелюбитель рыбы, выбираю говядину. Забегая вперед, могу сказать о том, что у нас будет независимый эксперт, который в финале нашей программы определит победителя. Ну что, начинаем готовить. Да. Ба поехали! Сразу первый вопрос в начале мая, то есть вернулась из Сочи, была там высокая неделя, высокой моды. Как ездил в качестве участников, в гости, как все прошло в целом? А, ну, э, мы ездили как участники, презентовали свою весенне-летнюю коллекцию Тропика, все прошло феерично, у нас в показе участвовали именитейшие блогеры Москвы, блогеры-трехмиллионники, ой-ой-ой, но было классно, было классно, это был хороший опыт, мы достойно представили наш город, поэтому я довольна. Вот, знаешь, есть такое, ну, как бы не знаю, может, стереотипное мышление, но дизайнер радуется тому, дизайнера тому, когда э, кто-то из знаменитостей носит их бренд. Вот у тебя в этом плане есть чем похвастаться? Нет, это сразу вопрос на засыпку. Пугачева не носит. Так. Лобода не носит. Пока. Брежнева не носит. Но это только <звук> пока. <звук> Говорим о том, что выпуск у нас уникальный, глобальный. Да. Прославляем Самару, чего да. уж там. По всему миру, не только по России. Что у тебя нового? Я знаю, что вышел новый альбом, и готовится еще один. Да, в январе вышел новый альбом, а сейчас еще новее будет. Этим летом выходит еще один мой новый альбом. Маш, для тебя вот тоже такой вот первый опыт, я имею в виду телевизионного шоу, в кулинарном контексте, либо что-то такое похожее было? В кулинарном, да, это мой первый опыт. Ну, знаешь, мне жалко, что некого пожарить, отжарить сейчас. Вот. Это же будет пробовать эксперт, правильно? Да. Мне нужно все смешать. Я вот считаю, что свежий огурец сюда вообще никак. Можно его не класть? Конечно, кладить? это полная импровизация, поэтому мы здесь. А товари... можно что-нибудь подкинуть сопернику? Да, конечно. Можно, Конечно, можно. конечно. Может быть, тот самый огурчик да. счастливый. Желательно на банковскую карту. Да. Вообще, вот. У Самары есть свой уникальный стиль? Модники как-то остались, поменялись? Что сейчас происходит в целом вообще индустрии моды? Вот если говорим о нашем Самарском регионе, что можно сказать? Ну, я могу сказать, что Самарский регион делится на, ровно на две категории, на две половины, так же, как и любой другой регион. Значит, это те, которые приходят к моде только в тот момент, когда уже все в маршрутке соответственно, надели семь заколок на одну сторону головы. Тогда они поняли, ой, это же батюшки, да это же и правда это модно, но это, знаешь, будет годы через три. И есть адекватные люди, которые как бы смотрят мировые тренды, которые смотрят Машу Горячую, которые листают ВОК, которые подписаны на блогер, и которые уже знают, да, заколки в тренде, конечно, мне нужно купить. Слушай, а можно говорить, то, что музыка действительно должна быть модной, это подразумевается, что она должна нравиться всем, либо вот определенному контингенту нет, вот нет музыка должна идти из, из души из глубины человека который ее производит равняться на толпу ни в коем случае не надо особенно в музыкальном плане так что все как то так собственный бред дом моды несколько бутиков огромный да вот такой вид поток график как справляешься вот что происходит формула успеха в чем твоя все ждут, что я открою да, э, да, какой-то да, ларец да, и да, расскажу. Но на самом деле, помимо того, что у меня есть люди в подчинении, помимо того, что у нас есть продукт, который мы выпускаем, и мало того, мы еще сами его реализовываем, у меня еще есть двое детей. Слушай, вот и вот тут уже понимаешь, встает вопрос, как же все успевать? Ну, четкий тайм-менеджмент и все. Ну, знаешь, вот некоторые звезды говорят так, российской эстрады. А я выбрала сцену. Нет же такого выбора, на самом деле, ты же успеваешь во всех направлениях так поступать. Надо относиться а, ко всему с любовью. Да, нужно а, к детишкам относиться к любо с любовью, к работе относиться с любовью, да, и распространять свою вот эту вот чистую, светлую энергию на всех. Я сейчас говорю просто как сектант. Сейчас должна заиграть музыка, Аллилуйя. развернуться, небеса, вот. Но я считаю, что все можно успеть. А, душа человека она очень большая, всем хватит тепла, если вы готовы его отдавать. Вообще вот, э, когда ты пишешь музыку, да, то ты говоришь, ориентируешься что на свои какие-то собственные посылы, либо вот зная какой-то успех коммерческого, да, дальш... дальнейшего продвижения. Да нет, в музыке дело не полностью в коммерции. Все естественно идет изнутри и в массы, в мировые массы. Музыка продается по всему миру. Планируются какие-то дальнейшие участия в там, неделях, показах высокой моды? Уезжаешь куда-то в ближайшее время? А, ну, в ближайшее время летом мы открываем два магазина. Но я вот, кстати, хочу сказать на тему коммерции в музыке да, и коммерции в моде. Очень часто а, молодые ребята-дизайнеры, они а, пытаются сделать что-то супер новое, что-то настолько креативное, что люди, простые люди, которые это носят, они этого не понимают. И вот эти вот молодые ребятки сидят и думают, меня не оценили. Создавая любой продукт, да, а, творческая единица должна понимать что этот продукт должен продаваться, и только тогда вот этот вот взаимообмен а, должен существоваться. Поэтому в любом случае, когда вы начинаете какой-то проект, коммерческая нотка должна в нем присутствовать, иначе никак. Согласен. А как же пиар-ход, да, Для того, чтобы а, тот, или иной, а, тот или иной продукт успешно продавался, стал известен, да? Вот а, как ты себя позиционируешь, да? Ну, понятно, да, программа «Вкусный акцент» — это очень круто. А помимо этого, там, я не знаю... Слушай, я очень, я на самом деле сильный блогер, потому что, и без потому, что я очень много времени уделяю своему блогу, очень много времени уделяю мастер-классам, обучению молодых, молодых предпринимателей, и вместе с ними я тоже развиваюсь. Конечно, мы вкладываем очень большие бюджеты в рекламу, и без этого никуда... Как реклама была двигателем прогресса, так она и осталась. А я не случайно задавал вопрос, потому что я адресую его тот же самый и тебе. Так. Как ты вкладываешь в рекламу, да, или что? Или это просто твой талант позволяет тому, чтобы узнавали о твоих релизах, о новых альбомах, которые выходишь? Ну, соцсети я, естественно, веду, но я прям не супер-блогер, не... Десятитысячник даже, так что... Не десятитысячник? Нет. Маш, продолжаем разговор. Да, да. Вот ладно. Зато у него есть татуировка татуировки. Смотри, какой татуировки он модный. делал наживное. Да, это еще... это не сложно. Но больно. Тоже. Но больно. Да, да, да. И еще одну, кстати, собирается делать сегодня, если не Да, себе, сегодня да? будет еще одна татуировка. Какую? Имя сына. Имя дочери уже есть. Еще имя сына будет. Вот а как зовут вот. сына? И он. И он, а дочку? Муза. Муза, зовут дочку? Муза. Обалдеть. Слушай, ну круто. А меня зовут Дима Павлов, вы смотрите программу «Вкусный акцент. Кулинарный поединок». Через какое-то мгновение мы узнаем о том, какой сейчас на данном этапе результат у наших участников, подходит ли они к финишной прямой. И напоминаю, что у нас впереди независимый эксперт, который таки и подведет итог этим кулинарным изысканиям наших участников. Маш, что а... у тебя? Вот как вообще происходит? Лишь, у меня все хорошо. Мне бы, конечно, хотелось поджарить говядину и получить еще картошку, но, походу, так не будет. Я пытаюсь выложить э, красиво блюдо, чтобы не было стыдно и мучительно больно э, за бесцельно прожитую жизнь. Ну, насколько получится, не знаю. Я решила, знаешь, не перемешивать все в большой тарелке, вот, а положить майонез или эту соус. Майонез, вот просто сверху. Может быть банальный вопрос, но тем не менее спрошу. Мы проговорили о том, что да, вот наступает пятница, нет ночных клубов. Да. Проводишь ли ты как досуг, как я понимаю, что семья, работа, еще какие-то есть моменты? Вот, да. Э... Давай. Я хожу в караоке и где-то в 4 утра. Я начинаю петь песню. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Это когда мне звонит а муж есть. и спрашивает, ты где? Я говорю, скоро буду. Да, я очень люблю петь, я очень люблю караоке, и там я а, на самом деле отдыхаю, танцую, пою. Ну и летом я катаюсь на вейкборде. Это очень моя такая. Привыситило вопрос по поводу хорошей формы, поэтому то есть сама уже все ответила. Сергей, а как ты отдыхаешь? Ну, ну, по моей форме видно, спорт да. по мне плачет. Но когда-то я занимался баскетболом, даже был, кстати, кандидатом в сборную Самары, понял? Ну, ну, я да, я понимаю, вот. но ну, сейчас, то есть на любительские матчи по баскетболу ты не ходишь. А, в ночных клубах, если таковые Я хожу видеть, на профессиональные пожалуйста. баскетбольного клуба Самара, нашего родимого, любимого. Не, ну на самом деле, да, вот есть какой-то. Который, кстати, выиграл Кубок в этом году. Поздравляем! Да? Поздравляем! Очень хочется Поздравляем поз... Самару! Да, Куб и Самара. очень хочется поздравить вас в конце программы, если вы приготовите все-таки блюдо. Ну, оно практически уже готово. Сейчас будем все это перекладывать, украшать. Будет круто. Слушай, я на самом деле думала, всегда вы сидишь в каком-нибудь кафе, ресторане и думаешь о том, что, ой, что такая подача, что... Чё... А, вот как Ларчик открывался. А я думаю, блин, нафига этот браслет? Просто так вырежьте это из кадра, горячего опозорилось. Я же знаю. Нет, на, на, на самом деле творчество, а почему оно имеет право таким быть? Почему? Да оно такое, но посмотри, как а я... я сделала какой-то забегаловки а, на слушай, трассе. Послушай, а я так вижу мир, давайте да, спорить. Да, 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 а я так вижу. Сергей, твои творческие планы, что собираешься делать, кроме татуировки, в ближайшее время? В ближайшее время альбом выходит в этом месяце уже, в наступающем, в июне. Будет новый альбом, дальше больше, а слышим, Ослыш... а слышал я, что ты баловался немного. Баловался ты немного, да. Сережа, вокалом, да. вокалом под свои треки. Ну, это трудно назвать вокалом, зачитать. Да. Так, а Мне вот... послышалось «бокалом». и думаю, это что. Это тоже надо... было. Что, в передаче можно говорить? Это тоже а было. А представляешь, а представляешь вот какой новый тренд, если объединить вокальное мастерство? Маша Горячева и твою музыку. Без и, проблем. И уже где-нибудь не то, что в Она австралию. споет, я да. зачитаю. Давай. 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 Давай с припева. Давай с припева. А что, опять с этого? Нет. импровизируем. Тут нужен авторский. Нужна. У меня авторского нет только. Ну, пусть какой будет на скидочку. Так, пусть... сейчас какой будет? Водил меня Серега на выставку Ван Гога. Там было телок много. И нервы, как что-то там. Но Канат. я, да, но я не не дала понять порога. На выставке Ван Гога я главный экспонат. Не забывай свои корни. Ты же сказал, что зачитаешь. Я готовлю что... Ну, э, друзья, вот уже есть какой-то начальный музыкальный трек, который, может быть, облечет и, облечет и музыкальную форму. Да, Ленинград и Кастер. Да. Все супер авторское. Зато, зато, понимаешь, зато у нас шоу юмористов сегодня. Слушай, ну вот я вот смотрю на эти вкрапления, не побоюсь это слово, акценты, да? Вот у нас программа называется «Вкусный акцент». Их теперь прям много, смотри, прям... Так ну а что, понимаешь, я с браслетом просто понятно, что вообще в ауте. Я решила тут а, а, забыл добавить, а, в самом начале мы об этом не сказали, нужно не просто, вот мы приготовили блюдо, а -а -а. презентовать Спасибо, его, а -а -а. рассказать об этом и желательно придумать название, которое может быть... Да, так, да, да ёлки. Ёлки Вы смотрите программу «Вкусная оценка» Лерана Пединок. Мы ненамного превремся для того, чтобы уже встретиться в финале нашей программы, презентовать то блюдо, которое готовят наши участники и уже узнать победителя. Не переключаемся, будет интересно. Это программа «Вкусный оценок. Кулинарный подинок. Мы подходим к финалу, и настало время презентовать блюда, которые готовили наши участники. Мы начинаем. Э, дадим возможность вам начать, да, Сергей? Давайте, я начну. А вкусное приготовление, изюминка, акцент. Как бы вы назвали, Дмитрий, вот это? Затрудняюсь ответить. Затрудняюсь да, я вам ответить. расскажу. Это Очень называется «Весенняя пятилуния». Mm -hmm. То есть, Пять лун. объяснять не надо, я думаю, все считать умеют. Да, я только хотел напомнить. Это ракеты зеленые. Да. Очень хорошо. Красная это да. три котенка. Да, на, хорошо. На, что на вы помнить о весне, но у нас лето на календаре. Ничего да? страшного, да? Ничего. Главное, чтобы в душе была весна всегда. Вернемся, Вернемся еще раз, раз, как называется, Весенняя пятилуния. Весенняя пятилунья. А я услышал вот от Маши акцент в вашу сторону, что у вас крупно все порублено, нарезано. Это нарочно так? Конечно. Это с русским размахом. Я обожаю вас, Сергей, за ваше красноречие, вот за такую позитивную, большую, объемную информацию. Маша, приключаемся к вам. Да. Расскажите, как называется ваше блюдо, какой акцент, может быть, какие-то изюминки. Презентуем, грубо говоря. Ну что, я думаю, что это салат счастливая жизнь. Потому что пойду по тропам а, моего конкурента. Так. Потому что вы видите, как я нарезала перец, а он похож на цветок клевера. Согласны? Вот. А если найти четырехлистный клевер, то и его съесть, то исполнится желание. Вот. Салат «Счастливая жизнь». Блюдо с историей – это всегда очень круто. Оно может быть вот, вот как раз таким блюдом от шефа. Блюдо с историей. Да. Я предлагаю наше блюдо уже внести в меню данного ресторана. Итак, программа Вкусный акцент, кулинарный поединок подходит к своему логическому завершению. Настало время узнать мнение эксперта, и после этого мы узнаем имя победителя. Не переключайтесь, будет модно, интересно и вкусно. Итак, близко к завершению программы «Вкусный акцент. Кулинарный поединок» вместе с нами независимый эксперт, ведущий радиошоу Александр Нокс, гурман, который знаком с общепитом уже давно, посещает ресторан, ездит по странам. Вот, э, он не видел, как готовили наши участники эти кулинарные шедевры. Ему остается попробовать, оценить и, соответственно, вынести свой окончательный вердикт. Первый э, салат, который мы э, сейчас попробуем, называется «Пятилуния». Друзья, вот пришел на бизнес-ланч, подфартило прямо. Вот, вот эти долгожданные есть минуты. рыбка, рыбка <с> Нежные <с> очень. Знаете, вот эти вот секунды, когда человек пробует, и когда говорит, всегда ожидает, что вот после этого последует. Так что, Александр, мне понравился очень нежный вкус рыбы. Присутствие майонеза, потому что я его не видел уже, наверное, месяц последний раз. То есть, ну, вот. А, это немножко порадовало. И яблоко прям такое утр... добавило утреннюю такую свежесть. То есть, э, ну, и по десятибальной шкале. То есть, ну, я думаю, 9. Ну, хорошо, давайте попробуем второй салат. Тут вареное мясо. То есть более так. Более и так? Для диабетиков. Вот. Но вкусно. Очень вкусно. Так, ну. ну э, Итоги. Название какое здесь? Счастливая жизнь. Пятилуния, счастливая жизнь. Что вы выбираете? Ну, как-то вот моя жизнь <с Prevention> связана все с ирландскими всякими делами, да. Так. Поэтому я думаю, что проголосую все-таки вот за этот салат, потому что он приготовлен как-то прям очень так, очень, очень с душой с теплотой, с, ну, не знаю, с добротой, да, то, что вот тут прям все так, огурчики так тонко-тонко нарезаны, это надо каждый порезать, это я представляю, что времени ушло. Труд-то какой? Да. Не подкупило ли вас Александр? Не то, что здесь да. прям так, раз, ну, два, три, четыре, пять. пять. Салон, да? Да. Не подкупило ли вас название э, «Счастливая жизнь»? Да, да, наверное, да. Итак? Давайте вот за это проголосуем. 10 <свист> баллов. Все. Все, счастливая жизнь. Да. Александр, спасибо вам большое. Наш памятный подарок. Э, ваше мнение было решающим. Макутин, успех вам в творчестве. Итак, настал финал программы «Вкусный акцент. Кулинарный поединок», в котором побеждает салат под названием «Счастливая жизнь». Мастер! Поздравляю, души! Этот памятный приз и подарок тебе. Сергей, спасибо огромное за участие. Этот подарок тебе. Прежде чем мы попрощаемся... Серега, ну с... давай петулю. Молодцы, молодцы. Было круто. Все прошло очень круто, на позитиве. Самое главное – вкусно. Мы расставили все акценты. Кто умеет готовить, кто не умеет. Спасибо, Маша. Несколько слов. Мне понравилось то, что я победила. <laughs> Мне очень понравился баттл а, хрупкой, скромной, а, маленькой девушки с таким просто музыкальным монстром. Воу-воу-воу! <laughs> Мне кажется, у нас отличная пара, даже трио. Да супер, друзья, огромное спасибо. Держи. Поехали держи. по банкету. Поехали. Это программа «Вкусный акцент. Кулинарный поединок». Всего доброго и пусть в вашей жизни будет побольше вкусных акцентов.